Морозы в Беларуси вновь бьют рекорды. Так, в Могилевской области впервые за полвека столбик термометра опустился ниже 30 градусов. Холоднее всего этой ночью было в Кличеве и Бобруйске. В Могилеве тоже зафиксирован рекорд – минус 23 градуса. Медики рекомендуют не находиться долго на улице, согреться. Прохожим помогают передвижные пункты обогрева Красного Креста, где угощают горячим чаем и по необходимости теплой одеждой. Организовано горячее питание и горячий чай. Любой желающий, нуждающийся может воспользоваться данными услугами в палатке. В такой мороз необходимо и согреться, и где-то провести минуты своего ожидания. По данным энергетиков, отключение тепла и электричества в связи с морозами на востоке страны не зафиксировано. В дежурном режиме на случай ЧП находится более 300 мобильных электрогенераторов.